Ну вот опять, блядь! Ну на за... Ну зачем, сука, а? Вот этот вот, ну вот опять, ну вот этот широкий формат, блядь. Господи. Неудобно же, ну. Алиса, включи песню для доброго утречка. Громкость 10. Включаю. Дора, Maybe Baby. Песня не исправлюсь. Окей. У меня от таких песен зубы еще сильнее начинают болеть. Ну ладно. Я смогу, я посмотрю. В моих мечтах мне так скучно. Прости, малая. Мальчик, ты гуляешь со мной, ой. Представляй меня другой, ой. Походу у тебя с головой, ой. Проблема, если во мне что-то не так, а. Значит, для тебя не так, а. Ты прибери себя. Про кого песня? Про этого дедушку, что ли? Извинись. За что? Я просто не понимаю, типа, ну, вроде, как бы, что-то там кто-то, и сидит дед. Их две. То есть дед на кого-то запал, на какую-то из них, но гуляет с другой. А хочет вторую. Так, что ли, получается? Пиздец. А, это я? Ля, ебать, нихуя какой-то. Да не ори ты, ёб твою. Чё? Ты меня не меняешь, это правда, а? Я таких меняю, как перчатки, а? Скоро поменяю себе парня, факт. И ты поменяешь свои взгляды. От тебя так устала. Мне с тобой паршиво. Если ты со мной будешь рядом, это означает, что с малышкой все в порядке. Да я прогибаюсь, бойчик, только если занимаюсь. Меня так раздражает это слово. Прям вот прям вот. Вот прям, блять, бесит. Бойчик. Фу! Вот. Зачем его придумали? Ну, наверное, только по рофлу. Ну, реально, его и говорит, произноси только по рофлу. Не надо меня так называть, блядь. Бойчик. Нахуй, блядь! Йогой. Ты влюбился не в меня, в образ. Чё, блядь? А, господи, он Мэдисон. Так что запомни. Я не исправлюсь. Мы друг для друга опасность. И если ты со мной рядом, значит ты проиграл. Но помни, я не исправлюсь. Я не исправлюсь. Мы друг для друга опасность. И если ты со мной рядом, значит ты проиграл. Чё-то они как-то это... Продешевили, короче, с клипом. Ну, типа, они просто стоят на фоне не хромакея, как эти, блин, эти. Ну, эти, ну, короче, вы поняли, ну, декорации, или как они там называются, на фоне декорации, короче говоря, где-то на студии. И пляшут. Даже не пляшут, они просто, блядь, пытаются двигаться. Зато камера крутая, блядь, широкий формат. Сколько там К? 4? О! Подожди, что? 5К, блядь! Ну-ка. Не. Я сейчас сделал, зависнет, нахуй. Мне что, нажмем 5К? Оп. А что изменилось-то? Ну это нужен монитор тогда, видимо, такой же, да, там. 5К и так далее. Потому что ничего не изменилось вообще. Привет, блин, чат. Еще бы привет, немного, и был бы тайминга. Блин, я бы не хотел жить в такой деревне, где вот такие домики, и все какое-то фиолетовое вокруг. И такие девочки еще гуляют. Не, хотя девочки неплохие, но просто, блядь, они помойку пинают, разбивают что-то, над пацанами смеются. Они же ебнутые, они пизданутые. Устала, но зато
А, они на велосипеде столкнулись, ударились башкой. И все, и сошли с ума. Кто мы-то, блядь, вас тут двое, вы про себя поете, друг про друга или про кого вообще речь идет-то, блядь? Типа они лесбухи, что ли, или кто? Кто ты-то, блядь, кто ты, нахуй, вы одни здесь. Кто проиграл? Кто мы-то, блядь? Я? У Доры голоса совсем нет. Да нет, ну... У нее есть голос, у нее нормальный голос как-то, но... Как бы это... Клип просто какой-то странный. Плохо постарались. Даже сценария нет, они просто, блин, ну типа попрыгали на камеру и все. И все, как бы, ну окей. Понятно. Ждем гачи. Хуета? Ну, слушай, по количеству дизлайков не скажешь. Ну, в том плане, что их мало. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.